идея вот написать ее именно такую пришла ему внезапно в голову. Он поставил две табуретки. На две табуретки положил плоский лист, какой-то деревянный лист. И сверху набросил синее покрывало. И она села в ту позу, он ее немножечко, так сказать, покрутил, повертел, и вдруг она приняла ту позу, которую ему хотелось. И дальше началось волшебство в стиле Мане. Потому что ему хотелось, чтобы это было по следам Олимпии Мане. Когда о женщине говорит ее тело, ее взгляд. Нам же все понятно про Олимпию, да, когда мы на нее смотрим. Да, эта женщина продажна. Но она продажна кому хочет и как хочет. Она продажна по своей собственной прымке, можно так сказать. Она вещь, но такая вот вещь непростая. Ее каждый желающий не купит, а только тот, кого она сочтет достойным, да? Кого она выберет, там, вот тому она будет принадлежать. В данном случае очень богатая женщина, которая решила, что ее богатство – это только возможность. Что она будет танцовщицей. То есть она танцует не из-за денег. У нее денег у самой так много, что она может себе призу купить. Да? То есть когда мы говорим о Иде Рубинштейн, мы говорим о том, что даже обнаженная натура может выглядеть интеллектуально. Потому что когда смотришь на это лицо, вот крупный план лица, думаешь, боже мой. А вот она не плоть, она вот именно как-то так заставляет что-то думать. То есть вот обнаженная, а вместе с тем эротическая на втором плане. А на первом плане все-таки мозги. Вот как ни странно, в этом обнаженном образе. Дальше. Очень любимый Серовым Левитан. Более того, настолько они друг друга понимали, настолько восхищались друг другом, что был у них такой казус. На одной из выставок Серов представил свой пейзаж, замечательный пейзаж, и Левитан представил свой пейзаж. И Серов проехал, ему ничего не дали. А премию присудили и какую-то хорошую сумму денег присудили Левитану. На месте Серова любой средний художник возненавидел бы Левитана раз и навсегда. Серов подошел, обнял Левитана, сказал: заслуженно, молодец. Хотя сделал пейзаж не хуже Левитана. Дальше. Александр Сергеевич Пушкин. Ну вот опять-таки, это хрестоматийная работа, мы ее знаем по каким-то школьным учебникам, мы ее знаем, она раскручена и все остальное. Но в этом есть какой-то такой-то момент, когда Серов воспринимал Пушкина как своего современника. Он его чувствовал и написал замечательно. Именно осень, именно в саду. Вот пора, как сейчас. Осенняя пора, чей очарование. Причем это тоже гряза. Дальше. А вот как Серов может писать просто лошадь, просто море и человека, купание коня. Это я вам показывала для того, чтобы вы понимали. Если бы он пошел по стезе, ну, например, пейзажа, он бы переплюнул, конечно, Левитана. Потому что Левитан не был импрессионистом, он был реалистом. А Серов был во все стороны, да? Если бы он пошел по стопам Репина, стал бы историческим живописным, он бы переплюнул Репина, потому что у него более широкий взгляд на исторические полотна. Но он остался все-таки в большей степени портретистом. Дальше. А вот это Корсавина. Что такое работа карандашом? Это сделано просто, вот как вам сказать, я это понимаю как практик, а не как теоретик. Когда я смотрю на этот портрет, я понимаю, что в каких-то моментах он просто не отрывал карандаш от бумаги. Такое мастерство.
что ему не надо провел линию отойти, да, а вот все на одном дыхании, на одном движении. Фантастическое. Вот такое мастерство безумное. Дальше. А когда я говорила об исторических полотнах, его историческое полотно Петр Первый. Это Петр со своими соратниками идет по верфи, которая строится в Санкт-Петербурге. А кто видел эту картину живьем, я ее видела живьем, я вам хочу сказать, что это действительно было бы новое слово в исторической картине, если бы он эту линию продолжил. И, как я уже говорила, он бы стал выше Репина, потому что намного более интересно. Но на этом как бы есть еще несколько полотен на историческую тему. Он себя как бы во всем пробовал. Вот еще одно полотно, последнее, покажи нам. «Похищение Европы». Античный. Как бык похищает Европу, которая станет его возлюбленной. Вот посмотрите, это море, эти дельфины. Это мощное тело быка и такая нежная сидит девушка на его спине. А у быка глаза, ну такие, полу как у быка, полу как у мужчины, да? То есть он предвкушает, он все понимает, что будет дальше. Опять-таки, мы мало знаем про Серова с этой стороны, потому что он попробовал, понял, что может. И опять вернулся к заказным портретам. Он доказал, что да. Он может. Дальше. Ну вот мы опять вернулись к его портрету. Я напоследок по поводу Серова хочу вам сказать очень важную вещь. Он умер в 46 лет. Так же, как его отец умер от сердечного приступа, от стенокардии. Серов умер точно так же. Он бежал, торопился на сеанс портрета и умер прямо на улице. Внезапно от приступа стенокардии. Уникальность его состоит в том, что даже сегодня, в 2017 году, нет ни одной серьезной настоящей монографии о нем, как о величайшем художнике. То есть вот все, что я вам говорю, это то, что вот мной нарыто, накопано, архивы, дневники матери и так далее. Не собрано, не сделано искусствоведение, не дошли руки, чтобы вот создать монографию настоящую об этом художнике. Как ни скорбно это признать. Но публика уже признала, потому что, я вам уже говорила, сносили двери Третьяковской галереи. Очередь была безумная, невероятная. И продлили на месяц выставку, что для постсоветских музеев неслыханно. Обычно у нас такое не делают. Вот, собственно говоря, то, что я хотела рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста.